Химчане продолжают обсуждать проекты благоустройства дворовых территорий. На этот раз представители администрации и коммунальных служб встретились с жителями дома номер 22 по улице Молодежной и домов 43 и 45 по Юбилейному проспекту. На сегодняшний момент обсудили все, что будет в рамках комплексного благоустройства и установка новой детской площадки, и замена асфальтового покрытия, и привоз грунта, и снос площадки, белевой площадки. То есть, в принципе, все то, что нужно будет проводить, здесь все это обсудили. В процессе обсуждения горожане озвучили свои просьбы и предложения. Там всегда стоят машины. Пройти невозможно. Они стоят на тротуаре. Даже во время проведения работ каждый житель через совет дома сможет обратиться в комбинат по благоустройству и провести корректировку действий рабочих. Сроки проведения реконструкции с конца мая по 31 июля.